Дорогие соотечественники, я, Вадим Галыгин, хотел бы выразить свою гражданскую позицию по поводу событий, происходящих в нашей стране. Прежде всего, хотел бы обратиться к представителям силовых структур, как офицер, как человек, принимавший присягу. Пожалуйста, остановите кровопролитие, прекратите насилие над собственным народом. Далее, как человек публичный, хочу обратиться к представителям власти. Предлагаю создать общественный комитет, который бы от народа вел переговоры с представителями власти, с представителями силовых структур и был, согласно Конституции, наделен полномочиями для решения этих вопросов. Как человек, имеющий огромное количество друзей по всему миру, хочу обратиться к вам, мои друзья. На сегодняшний день в Беларуси нет левых, нет правых, нет пророссийских, нет прозападных. Есть один единый народ, народ Беларуси, который требует восстановить справедливость и остановить кровопролитие. С огромной любовью к своему народу и к своей стране, Вадим Галыгин.